Привет, привет, привет! Всем большой привет! Кто помнит нашу пересадочку? Совсем недавнюю. Ну, может, прошло какое-то время там. Ну, естественно, оно прошло там месяц-полтора. И вот наш Вали, а это был Вали Бигрип. Он пересаживался с цветоносиком, девчонки-мальчишки. Посмотрите. Вот он, красавчик. Ну, ребят, немножко он какой-то темноватый на камере получается. Хотелось бы вам показать его в естественных его красках. Он немножко смутировал. Вот здесь цветочек такой интересный. У него очень интересный цвет. Я бы сказала, что-то а-ля капучино. Наконец-то раскрыл последний бутон. Но на естественном свету он, конечно, получше смотрится. Вот так идут у него цветочки друг за другом. Я решила прийти сюда, в другую комнату, там, где еще проблескивают лучи солнышка, и показать вам его вот так, в такой красоте, в полной красе. Девочки, знаете, что с ним произошло? Он меня очень удивил. Сейчас покажу, чем. Посмотрите на этот цветочек. Не знаю, снимала ли я вам промежуточное видео про этот цветочек. Может быть, я уже вам показывала. Но посмотрите, какой мутант. И вот здесь тоже был мутантик. Но он не то, что был мутантик. Он не мутантик. У него просто как вот и на этом... Вот видите, на колоночке была вот такая вот пыльник или что, я не знаю. И я дотронулась, и все. Моментально цветочек увял. Этот пока держится уже не первую неделю. Я очень долго ждала, чтобы открылись все бутоны. Каскада у нас не получилась. Такого, знаете, пышного. Потому что мы в размере 2,5 были куплены. Вот это кто? Фаленопсис Валли. Просто Валли. Вот так вот он у меня здесь растет. Нашу посадочку вы помните. Закрытая система. Низ пеностекло. Потом слой волокна кокосового. И кора. Пиния с кока-чипсами. Такой красавец. И вот этот цветоносик, помните, он был вот небольшой. Только-только начинал свой рост. Ну как, он уже вылупился, но только-только там бутончики начинали формироваться. В общем, слушайте, выдал, получается, 1, 2, 3, 4, 5, и вот 6-й был здесь цветочек, выдал 6 цветочков. Такая прелесть. Вот такая прелесть, ребят. Ну как в такое не влюбиться? Ну просто красавчик. Единственное, что вот они как-то так... скучно сидят на веточке, на цветоносике, и не рассмотришь. Вот последний цветочек можно рассмотреть досконально. Такой галстук у него вообще. Многие девчонки мне писали про него. Я выложила раньше фото о его цветении в группе, в которой я его покупала, в «Орхидеи мира». И девочки писали: «Ой, Аня, покажи, покажи, как классно!» У нас еще как бы не у всех начался рост, многие ждут. Но думаю, что все дождутся, я надеюсь. Мне попался очень хороший такой, я считаю, хороший мощный куст, как для 2,5. Не побоялась его, обобрала от мха и вот пересадила. На нем это абсолютно не сказалось. Девочки, насчет роста корней. Ну да, растут, вон корни растут, вот есть активные кончики, все нормально. Девочки, насчет позеленения пеностекла. Да, есть такая ерунда, ну что ты сделаешь? Вот зеленеет пеностекло в посадках, в любых системах. Если есть свет и вода, то водоросли зеленые, тут как тут, тут ничего не поделаешь. Слушайте, хочется его вот так как-то снимать. О, вот так, сбоку. Вот такой красивый, красавец.
В общем, девочки, для любителей биглипов, кто увидит Вали, можете брать. Ну, не знаю, мне кажется, он вам понравится. Посмотрите, какой он интересный. Ну, размер цветка у него, мне кажется, 5-6 сантиметров. Надо идти за линейкой. Не взяла. Ну, поверьте на слово, 8 сантиметров здесь нет. Где-то, да, 5-6. Ну, какой-то, может, цветок и до 7 догоняет. Ну, вот они, в принципе, все одинаковые, вот такие вот. Красотун. Просто великолепный. Его надо на какой-то пьедестальчик, чтобы конкретно вот так его рассмотреть снизу. Ну, я думаю, что нам с вами и так хорошо видно. Знаете, это прям какое-то вот прям не то, что золото, а такая вот, знаете, золотой песок. Золотой песок. Вот он действительно такой терракотовый, я бы сказала. Золото с терракотом. Ну, вот этот мутант, конечно, он меня удивил. Вот просто удивил. Чего вдруг? Я не пойму. Срослись несколько колонок и много-много лепестков. И получился, ребят, вот такой вот астроподобный цветочек. У кого такое было на других биглипах? Ну, вообще на других орхидеях, отпишитесь. Я, честно говоря, такую интересность наблюдаю впервой, чтобы вот так было. Посмотрите, какой у него есть розовый, такой даже уходит фиолетовый на белом, да? Вот здесь вот на первых цветах уже выцветает. Очень цветок такой, знаете, я бы не сказала, что он плотный, но он и не тоненький, не тонюсенький. Знаете, вот бывают листики тонюсенькие, прям тонюсенькие. Это такой средней плотности, вот я подобрала слово, средней плотности цветочек. То есть это говорит о том, что он, в принципе, не должен, девочки и мальчики, не должен он быстро отцвести. Так я думаю, не знаю, так я надеюсь на то, что он долго, ну, подольше продержит свое цветение. Слушайте, вот пришла сюда, поставила его здесь на солнышко, он прям заиграл всеми красками. Красивый, красивый. Там он был более такой, более насыщенный, более темный. Вот на свету он такой вот интересный. Ну вот один другой закрывает. Прям хочется вот каждый открыть и посмотреть. Этот галстучек. Я когда увидела его на фото садовника, вот он мне сразу понравился. Говорю, беру, беру, заказываю. Прикольный такой, да, интересный. В общем, кому нравится, девочки, ставьте лайкосики, напишите, у кого есть такой сорт. Ну, компактный, в принципе. Вот моя рука, этот листик подрос уже у меня. Он как-то вот приехал, занялся корешками и потом начал сразу через месяца полтора после приезда гнать цветонос. Ну, я думаю, что он считает, что ему этого количества листьев, а конкретно здесь 3 пары листьев, он посчитал, что ему этого хватит. Так, ну вот вам тыльная сторона цветочка, вот с такой розовинкой, кому интересно. Да? Я знаю, что многим интересно со всех ракурсов посмотреть на цветочки. Ну вот, такой вот он, красавец. Катаю его тут на полу туда-сюда. Ой, ребят, ну, красивые они, биглипы наши любимые, очень красивые. В общем, немного, но я считаю, для первого цветения немало, да? Согласны? Я посмотрела, что я нигде следов цветоносов, пересадки вот, ну, не нашла. То есть это его первое в жизни цветение и почему-то такая мутация. Я не знаю. Но дело в том, что он закладывал свои бутоны в жару. Может быть, высокие температурные показатели так повлияли на его такую Я же прям замолчала, потому что даже не знаю, как это назвать. Мутация произошла. Ну, так бывает.
Главное, что не хуже. Бутоны не сбрасывал, не капризничал. И мне такое сложилось, девочки, впечатление, что очень лояльный к нашим условиям сорт. Пережил страшенную летнюю спеку, жару, и продолжил, пережил мое вмешательство. Вы наблюдали за его пересадкой на канале. Я скину здесь в инфобоксе, будет ссылочка на видео. Хотите, посмотрите по его пересадке. И, в общем-то, казалось бы, пересаживала его хозяйка с уже растущим цветоносом, какой-то другой сорт, наверное, бы как-то среагировал. А он нет. Такой вот молодец. Я таких люблю. Люблю и обожаю. Нежный, симпатичный, не капризный. Ну что еще надо нам, орхолюбителям? Все, друзья мои, обнимаю. Желаю вам, чтобы ваши орхидеи были здоровы, чтобы вы были здоровы, чтобы мирное небо, исполнение всех желаний, цветущие орхидеи во все сезоны, зима, осень, лето, все равно, чтобы не прекращали свое цветение, не прекращали рост листовых пластин и корешков симпатичных, вот таких вот красивых. Мы там где-то тоже немножко треснул корень при пересадке, но все нормально. Девочки, я садила, высаживала в промытую эту пинию, то есть во влагу, пересаживала во влажный субстрат. И мне в комментариях девчонки писали о том, что высадила девочка орхидею в промоченную, в общем, она намочила кору, и у нее сгнили корни все. Вот такая вот печалька. Девочки, я не знаю, связано ли это одно с другим. Возможно, мне кажется, что уже у орхидеи была какая-то инфекция, может, поэтому. Все, всех обнимаю. Всем всего самого наилучшего. Мира и добра. А мы вот такие вот красопеты. Пока-пока.